Что? Нет, серьезно, можно на секунду? Это у вас показывали по телевизору? Мне реально кажется, что она говорит, пошло попить. Я в центре? Да, да. Потому что я гость? Ну да. Вау. Уф, всем привет. Всем привет. Всем привет. Это Антон из Франции, это Громкие Рыбы. Я просто мешаю. Мы в гостях. Я здесь, чтобы мешать. Громкие Рыбы, лучший канал на Ютубе. Почему у вас только 30 тысяч? Неправильно. Правильно! Наши же подписчики не знают тебя, Антон. Наверняка кто-то смотрел, но тем не менее. Вот. Расскажи о себе. А, да? Да. У нас пошло интервью? Окей. Ребят, меня зовут Антон Риваль, а.к.а. Антон из Франции. Я актер, рэпер, можно сказать, видеоблогер, сценарист, стендапер. Вы проехали 900 километров для того, чтобы показать Антону из Франции ролики, которые снимает татарская эстрада. Подожди, это именно татарская эстрада? Татарская эстрада. Возможно, ты не сможешь спать, если... Серьезно? Честно. А это будет комедия? Это будет смешно. Слишком много тизинга, ребят, давайте мне показывать. Окей, давай, давай. Тащи рассуд горей. Oh my fucking god. Не говори мне, что это по телеку показывает. Нет, это показывает по телевизору. Не-не-не. Кстати, кто так падает? То есть мы можем мизансценировать на секунду человека, который так уронил. Вот это как будто я так ходил такой, и такой. О! И мы можем тоже на секунду остановиться. Адидасы. Адидасы? Там шестиступенчатая коробка передач. Да, реально. То есть камермен, оператор снимал что? Не, ну очевидно, он снимает параллельную линию скамейки и намекает, что линия типа персонажа не пересечется в конце. Но я хочу тебе сказать, что начало уже страшно печально. Кстати, у меня еще в голове отпечатался этот ребенок с колесом в начале. Он у вас есть тоже? Когда ты смотришь на солнце, и у тебя потом такая маленькая штука плывет. А, ты начинаешь за ней следить, она уходит. У меня сейчас этот ребенок с колесом, сейчас тебе уверяю. Что написано на плакате с ребенком, катящим шину? Разгоним, что начинается сегодня, действительно? Не знаю, апокалипсис? Это реклама чего? Это реклама детского сада. Помнишь, что все время закапывают шины из-под колес, по которым ты бегаешь, падаешь, ломаешь себе руку? Или это сервис детской вулканизации. Посылаешь ребенка не за хлебом, а иди мне заплатку на шину поставь. Что это такое? Это типа у меня денег не было? Это типа цветы? Типа позвони мне вечером на подберезовик. Ну я последний раз в садике такое делал. Тогда это прокатывало. Воу-воу-воу! Что это было? Панорама с груди. Да, да, безусловно, я это замечал. В целом, меня этот кадр устраивает. Это как влог. А в чем проблема? Не, ладно, хорошо, хорошо. Мне очень нравится, смотри, ее реакция. Смотрите на ее реакцию еще раз просто. Ее реакция вообще не в центре экрана сейчас, да. Спасибо, там видно по губам. Спасибо, просто можно тоже по-разному сказать. Можно сказать, спасибо. Да. А можно, спасибо. Спасибо. Я пойду, ладно? Да. Мы так и не узнали, что находится на соцрекламе. Есть ли желание увидеть, что там? Компьютер, сделай четче изображение. Мне очень нравится этот панчлайн. Там, скорее всего, что-то будущее начинается сегодня. С младенцами и колесами. О! Опа! Опачки! Вот это поворот! Второй замечательный татарский сюжетный поворот. Он ей дал лист. Ну чё, удивлена? Она такая, спасибо. Ушла и попалась. Буквально, смотри, вон их скамейка. Она реально отошла не больше 10 метров. И она уже с другим парнем. А он такой, типа, надо, наверное, больше листьев. И купил цветы. Понял ошибку. И что же произойдет? Ну, смотри, она одета так же. То есть, вряд ли бы девушка оделась бы так же, если был другой день, да? Это тот же самый день. Первый всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Тот мальчик с колесом, это был не олимпийский вид спорта, возможно. Так там, стой, погоди. Это та же самая скамейка. По движению, что произошло? Она ушла сюда.
он ушел туда, к черной машине. И он уже отсюда идет обратно к скамейке. Как он... Но я хочу что, сказать, что логистика их движения абсолютно безобразна. Да, безобразие. Так в клипах никто не двигается. Так в клип никто не... Она видела, она уходит и кидает ему взгляд, типа, тот самый даун. Вот смотрите, вы вместе просто почувствуете уровень неловкости чувака. Да так, цветочный маньяк. Пойдем-ка тут нафиг. Реально, кажется, она говорит, пошло по пи***е. А все, пошло по пи***е. Могло быть все по-другому, подарите мне, блин, не листик. Вот в чем смысл этой песни, не дарите листики девушкам. Есть еще одна возможность, когда можешь подарить листья, и это будет нормально. Приглашаешь ее к себе домой, делаешь ванну и посыпаешь листочками и пеной ванну. Ой, видел я эти фотографии, не, честно не, говоря. Не укроп. Цветы-то сорваны. Да, реально, чувак. Он и поэтому кроссовки одел, потому что ему приходилось убегать от охранников. Он не выкинул. Он такой, выкинуть? А, пригодятся. Оператор такой, погоди, ты прямо их в мусор выкинешь? Не жалко? Цветы не выкидывай, сейчас монтажно все сделаем. Я свои подарю. Я тебе говорю, он их не выкинул, точно. Флешбэк того, что произошло 5 секунд назад? Это же реально флешбэк того, что произошло. Это как будто я такой... Блин, классно мы поснимали. Давайте еще раз так сдвигаемся, а? Да! Слушайте, ребят, я еще раз повторюсь, но это важно мне сказать. Конечно, мы стебемся, но любое старание нельзя осуждать. Это можно только нам. Это все шутки, ребят. Татарские клипы бывают, я уверен, очень хорошие. А мы просто шуты, которые любят посмеяться. Однажды сидим с Кириллом дома, и приходят комменты, кто от Антона из Франции, кто из Антона из Франции. Мы такие, па, что за дела? Потом мы узнали, что Антон однажды сказал, вау, Громкие Рыбы, прикольный канал, смотрите их тоже. Это правда. Вот Антон периодически, так сказать, со своего барского плеча рассыпал рецензиями на каналы, которые ему показались талантливыми. Два канала, Никита Акс и Громкие Рыбы. Честное слово, это не реклама, нам никто за это не платил. Громкие Рыбы, скетчи, Никита Акс. Ну да, женский стендап. Женский стендап в виде блога. Короче, ребят, зацените их, посмотрите их видосы, они этого заслуживают, а у них там очень мало подписчиков. Это не реклама, реально. Вот это от чистого сердца. И мы будем это часто делать, мне кажется. Как только мы найдем что-то интересненькое, что можно посмотреть на Ютубе, будем об этом говорить. Сидели в луже, в таких лохмотьях, и он там такие нам два серебряника кинул в нашу шляпу. У нас такие перчатки без вот здесь пальцев нет, так кинул. Хочу поддерживать такие ребята, как вы, потому что заниматься тем, чем мы занимаемся, именно какие-то актерские вещи, очень почему-то сложно заходят на YouTube. Да. И я надеюсь, что когда у вас будет 1 000 000 подписчиков, вы будете также поддерживать маленький канал. Потому что это надо делать. Да. А не так, как все остальные блогеры. Bitches! Вот так сделаем такой эксперимент. Давайте попробуем плюсануть от наших подписчиков к Антону 1000 подписчиков. Допустим. Антон нас порекомендовал, нам добавилось 1000 подписчиков. Серьезно? Да, реально. Блин, были времена. Идите на канал Антона из Франции, там есть прикольные вещи. Талантливо, актерски, может быть даже вот. Да, да, да. Вот мы вот иногда не можем кривляться, а вот Антон может. Да ладно, вы можете тоже. Давайте, раз, два, три. Вот видите, ссылки в описании, лайки, колокольчики, подписки. Пу, пока!